Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть Blitzkrieg. На очереди у нас новая миссия «Атака Питерсона». Давайте посмотрим, что нужно сделать. Мы успешно воюем с японцами, пока что. Наши передовые части взяли несколько дотов, сейчас ведут бои за контроль над дорогами в этом секторе. Японцы, безусловно, пытаются прорвать фронт пехоты, однако их собственная оборона все еще слишком сильна, чтобы идти на них. В лобовую атаку капитан Питерсон предложил обойти позиции противника с левого фланга по восточной дороге и нанести мощный удар с тыла. Ваше мнение? Как будто у нас есть выбор, да? Это доты, и там надо с правой стороны, да, обойти все. Что нужно сделать? Так. Ну, давайте сюда поставим войска. Так. Взять деревню. Ладно, возьмем как-нибудь. Тут у нас войска, да, какие-то стоят. Ой. А чё они все смотрят? Замечательно. What's the story, sir? Affirmative. Heavy weapons team standing by. Пулеметный отряд. Сюда, пулеметный отряд сюда. Пехота взвода. Где-то кто-то едет. Или... А, мне не кажется, да. Так, ладно, пускай здесь стоят. Блин, хоть сюда есть, нужен танк еще один. Так, надеюсь, что хватит. Пошли сюда. Ну да, противотанковая артиллерия. Ну, была бы дальнобойная артиллерия, да. А так, попробуем справиться с всеми силами, которые у нас имеются. Видно, да, то, что они здесь проезжали. Ага, дот. Да, хорошо. Давайте объедем сейчас, посмотрим. Да, есть пехота маленькая. Быстренько уничтожим тут все. Это что здесь такое? Личинки? А, свиньи. Жесть. Я думал, какие-то личинки. Скатакованы с какой стороны? Все ты? Да,
больно, больно, больно. Блин, я думал, здесь не будет подкрепления, но едут. Есть, контрольная точка моя. Интересно, дадут нам еще войска или нет? Пока ничего не дают, ладно. Главное, что мы точку взяли. Это какие-то горы непонятные. Лес. Нужно взять опять таким. Упс, упс, упс. Внезапно. Блин, потери. Ладно, это потери. Страшно то, что он потерит ключевой объект, нам только деревню взять нужно. О, тут что-то типа стреляет. Во, скорее всего. А, понятно, зенитка. Захвачен. Дальше что? А, надо, наверное, зачистить. Все. Очень коротенькая миссия. Благодарность президента объявляю эти части вооруженных сил Соединенных Штатов и союзных стран за исключительный героизм в бою с вооруженным противником, проявляющий проявление после 7 декабря 41 года. Благодарность президента. Странно, конечно, благодарность. Так... 22 потери. Ну, не так страшно. Что ж, спасибо всем, кто посмотрел такую короткую серию. Ну и до встречи. Всем пока.